Фантазмов нафиг нету. То есть я буду вообще максимально вслепую драться, да? А такой вопрос. А я могу прямо тут рискнуть или... А давайте, знаете что? Я думаю, что мы в этой ситуации играем. Ну, а хрен бы и нет. Ну, объективно, у меня тут не такие богатые выборы. Флойка. Погнали. У меня Хугин 80. Хугин непонятно куда по... Ко мне поехал, плохо. Цепанется сеткой, цепанется. Фантазм тупит, это хорошо. Хугин докатывается, это плохо. Отлично. Лайты, что ли? А, ну стопе. Он от меня просто убегает. О, Хугин меня лочит, я об этом знаю. Прикольная механика. Мармидон Неви. Я дягрюсь, как вы думаете, или нет? Но есть определенный шанс, потому что Мармидон довольно далеко упал, то есть дроны меня сходу не достанут. Я врублю дефенс, и я погреюсь. На дефенсе должно быть нормально. Не смогу высокую скорость держать, но тем не менее. Кстати, я так и не проверил, что за сборка у... Сколько сеток? Одна. Фантазм, пульсы. Так, ну вообще пора, пора погреться, потому что меня тут уже сейчас все будет прессовать. А, еще и на Хугине пулики. А сетка все еще одна, да? Да, все еще одна. Окей. Вы знаете... О! Так, стопе, стопе, ребят. А это левый экзик, если я правильно понимаю. Это левый экзик, и если у него Balls of Steel, он может законтеститься со мной, если у него Balls of Steel. Но он похож на левого экзика. Прикиньте, что бы я делал на бивом корабле. Арамаро, спасибо еще раз огромнейшее тебе. Большое спасибо. Так, 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 проходим, проходим, проходим. Чел играет. Чел играет. Так, ну ладно, я под горячую руку не полезу. Я понаблюдаю за ситуацией. У него тут все должно быть хорошо. И в случае чего, просто попробую ему помочь, когда будет на варп. Только бы он в меня не играл. Блин, братан, не играй в меня. Ой, ребята, нет-нет-нет, не играй в меня. Нет-нет-нет-нет-нет. Чувак, просто я тебя молю, не играй в меня. Окей. Фантазм играет в кайт. Не мешаем ему с этим делом. Экзик, не трогай меня. Но тут ребята очень странно отыгрывают. И есть у меня кое-какая мысль интересная, которая сработает, если меня экзик трогать не будет. Что, ну, по-моему, экзик что-то понимает. Да! Попался! Блин, тут флойка из негативного, но ничего не поделаешь. Давай. А, он очень пассивный. И Хугин в дистанции, и экзик ушел. Экзик меня одного тут оставил, это очень плохо. Если бы экзик сейчас со мной доигрывал, было бы шоколадно.
Есть, так, этот есть. Я объектов ни хрена не вижу. Угу. Зря я деф вырубил. Верну-ка я деф, верну-ка я деф. Экзик! Го драться! Ты можешь их убить! Поехали в Хугин. Давай, братан, колупай их. Я тебя не лочу. Так, ну че, я пошел в деф. Ой, я пошел, я погнал в шарпе играть. Мне кажется, это какой-то зритель, народ. Я поехал до фантазма. Потому что тут поинт явно есть. Я проб, наверное, врублю заранее. Есть. О май гад. Нормальная коллаба. Вообще нормальная коллаборация. Отколлаборировали челов. Валим отсюда, а то экзик тут все еще, и я с ним не договаривался. Ну, чувак, кто бы ты ни был, ты красавчик. Ты... Это что? Это откуда 500 дамага? Я отварповал. Что меня бьет? Респект. Чувак, тебе просто респект. Отколлаборировали, ребят, хорошенько. Ух, круто, круто. Нормально забравлили, да? Фух. Я там на такой сопле вот из-за этого гада выжил. Я очень много усилий приложил к убийству фантазма, пытаясь его дожать. И поэтому подпустил к себе Эриса. Надо было нормально с ним отменеджиться. Спрей Неви, так я ремонтируюсь, пожалуй. Мне, возможно, придется помогать. И я фулл капу делаю. Надо было раньше начинать ремонтироваться.